Всем привет! Всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня мы с вами полистаем шестой каталог, который в обычных зонах будет действовать с 17.04 по 6.05, то есть по 7 мая, с 17 апреля. На обложке, если я правильно понимаю, это Вера Брежнева, да? Потому что я еще не очень рассмотрела. Кстати, у нее очень красивое платье, и мне очень нравится, вот когда на платье такие кружавчики. Ну, давайте посмотрим, что в этом каталоге интересного. Первое, сразу мы начинаем с того, что закажи два любых мини-аромата. Каждый получается за 100 рублей, да? Всего за 100 рублей. При заказе одного мини-аромата стоимость 445 рублей. А два, я так понимаю, по 50 рублей, что ли? Всего за 40 рублей, наверное, да. Итак, но это при заказе... Нет, просто купи любой аромат при заказе полноценного аромата. Мини, все, теперь поняла, наконец-то дошло на третьи сутки. Итак, Today 1059 у нас, 50 миллилитров, вот, дальше. Tomorrow 1059 тоже, и Always 1059. Тоже 50 миллилитров, они все, естественно, ароматизированы. Вот, вкуснотища. Дальше давайте посмотрим, что здесь. Здесь у нас купи любой женский аромат и закажи мужской аромат за 699 рублей. Дальше. Выиграй поездку в Париж. И другие суперпризы. Купи любой аромат из коллекции Today, Tomorrow, Always. Зарегистрируйся и сохраняй стикер. Ну, в общем, они решили каждый каталог придумывать какие-то супер скидки с этими купонами, супер какие-то акции. За 199 рублей нам предлагают помаду Ультра. Дальше за 199 рублей у нас тушь. Супер длина акцент. Хорошие фотографии девушек, такие, как будто прям утро невесты, знаете. 249 рублей тональные средства. Кисточки для нанесения губной помады, прям вот дешевая. Это вторая вот эта. Потом кисть для нанесения тонального крема и румян. Четвертая. Где она? Вот она. Коротенький ворсик. И за 79 для ресниц тоже дешевая. А, у меня есть эта маска, я ей пользуюсь, у меня только положительные отзывы о ней, я довольна. Дальше, мини-версии по 79 и любое за 145. Средства вот эти было выгодно покупать в прошлом каталоге, но, конечно, выгодно было покупать представителям, потому что они там были при покупке 2-40% скидка. Здесь у нас... ополаскиватель и шампунь 250 мл по 99 рублей. Но это такая скидка, которая часто встречается. Обратите внимание, эта сыворотка стоит 199 рублей. В прошлом каталоге она была по 139 рублей. Это была шикарная цена. Дальше. Тут ничего особенного. Лучшая цена. 259 рублей. Ну, реально хорошая цена. Очень рекомендую этот персив. Он шикарный. Просто супер классный аромат. Ой, смотрите, какие сумочки. Классные. Женская сумка Милена, 599 рублей. Она, наверное, маленькая, 16 на 16 на 12. Но прикольно смотрится вообще. Супер. А здесь он... А, и смотрите, у нее, видите? И так можно носить и так. При покупке любых товаров на сумму 449 рублей... А, все, поняла. То есть 599 рублей это при покупке любых товаров. Все, я разобралась. Дальше. 699 рублей Farway. Это достаточно тяжелые ароматы. 899 рублей Lac La Vie появляется. Он у меня заканчивается. Я, наверное, буду в этом каталоге его брать, потому что я очень люблю эту воду. Она просто долгоиграющая, крутая. Обожаю эту водичку. А дальше. Yves Duet. По 759 рублей они. Viva La Vita очень весенний аромат. И мне кажется, что
этот аромат прям даже флаконом похоже, что он весенний, у него есть схожие ноты, на мой взгляд, с пурбланкой. Каждый за 615 рублей. Ну, в прошлом каталоге почти все эти ароматы были за 699 рублей, но при покупке двух была 40% скидка. Так, здесь обратите внимание, Pure в прошлом каталоге она была за 299 рублей, если я ничего не путаю. Моноароматы 269, хорошая цена. Каждый за 615, каждый за 369. Мужской шикарный. Спайр мне очень нравится. Пурбланка классика. 459 набор. Soft Mask, Wish of Love. У меня у подружки есть тоже очень такой легкий летний-весенний аромат. Full Speed 789. Ну надо же, я думаю... А, набор. Набор. Все, я беру свои слова обратно. В прошлом каталоге вода стоила 699 рублей. Ну, то на то и вышло, кстати. В общем, в прошлом каталоге было очень выгодно покупать две воды, но мне никто не соглашался. Поэтому купили только одну. Наборчики по 329. Вот этот прям вот неплохой набор, потому что здесь и вода, и гель для душа классный. Дальше. Каждый за 265. X-Series. Очень крутой фиолетовый. Мне он очень-очень нравится. Мальчишкам молодым прям классно. Так, подари победу каждому. 1 за 15, 5 за 50. Это, наверное, да, 5 пробников. Ой, румяшки пошли. Румяна-шарики 399 рублей. Мицеллярная вода 99 рублей. При покупке туши для ресниц. Кстати, у меня координатор выложила фотографию, а они заказывали тушь для ресниц, сказала, что очень крутая. Я честно скажу, что я не знаю, я не пробовала. Карандаши дорогие. Да, а это у нас тушь. Сейчас я... Так, 179. Это хорошая цена, но она примерно всегда стоит в каталогах 199. Дальше. 129 леди. Обычная цена. 129 карандашей. Обычная цена. Тут у нас все тоже по средним ценам. Тут тоже все по средним ценам. Не люблю комментировать то, что всегда стоит одинаково на самом деле, поэтому чаще всего это пролистываю. Кстати, вы видите, там не все. А, здесь пудра-шарики с эффектом сияния и пудра-шарики с эффектом с корректирующим эффектом. Набор для бровей 269. Очень его полюбили мои коллеги, этот набор. Дальше. Дерзкий для супер ярких и контрастных стрелок. Ну, здесь все очень-очень даже видно. Какие у них, конечно, яркие эти помады в каталоге. Быстрый маникюр в 4 шага. Люблю, когда Avon придумывает такие штучки. Я уверена, что молоденькие девочки читают и реально учатся на этом. Лак всего за 129 рублей. Очень часто мои подписчики говорят, что я никак не комментирую лаки. Так, что здесь? Из новинок ничего. Любые два за 500 рублей. Что представлено? Увлажняющий блеск для губ люкс и роскошь цвета. Любые два, это значит, можно купить две помады. Что касается вот этой помады. У нее в середине придает губам объем, разглаживая гиалуроновая кислота, притягивает влагу, заполняя мелкие морщинки губ. Дело в том, что это у нее внутри типа, знаете, компонента, который находится в зубной пасте. Вот как там, фтор, я не знаю, как он называется. Сама по себе она полупрозрачная помада получается, и смотрится тоже как такой хорошо пигментированный блеск. У меня есть такая помада, мне очень нравится ее оформление. И за 250 рублей, кстати, получится, наверное, скидка с этой цены 15%. Это, наверное, неплохо, но если бы было поменьше вот этой вот зубной пасты, грубо говоря. Так, что у нас тут? Тут тоже из новинок ничего. Это у нас благотворительность.
Появляются купальники. Один купальник, 25 образов. Ну, вы посмотрите, как только не... Вот даже такие купальники здесь появляются. Ну, сейчас очень модные вот эти цветы. Прям-прям. Ну, купальники Вейвен покупала и я, купальники покупала моя тетя, и купальники Вейвен очень хорошие. Главное угадать с размером. Яркое солнце, яркое ты. Парео 3 в одном. Ну, в общем, это понятно, что парео можно одеть как платье. 599 рублей. Этот наряд был в фокусе. Здесь, я думаю, вам все видно и все понятно. Это размеры 52-62. Здесь у нас джинсики. Как они любят их говорить, там брюки, джеггинсы, леггинсы. Очень мне нравится это платье. На мой взгляд, оно необычное и классное. Но цена у него, конечно... Закупилась я колготами. Кто смотрел, тот видел, что я, в общем, хорошенечко так на весну себе приобрела. Смотрите, какие у них появляются. Что это? Женские эспадрильи. Интересно, кстати, в сером цвете. Интересно, они удобные? Я думаю, что они удобные. Но мне кажется, они очень увеличивают ногу за счет такой подошвы. 1299. Дальше сумочки. У меня заказывала клиентка эту сумку и сказала, что она хлипенькая. Вот так. Что у нее достаточно такая дешевенькая фурнитура. Не очень, в общем. Изображение меняется при движении руки. Вы вообще такое видели? Мамочки, мамочки. 3D. Часы 3D. Бижутерия. Один, так, 2 за 699, то есть каждая по 350. Ну, конечно, за 350 купить вот такой набор сережек, это так нормально, если честно. Здесь вы посмотрите, 8 пар. Причем мне нравятся вот эти, очень хорошенькие, вот эти и вот эти очень, мне кажется, хорошо будут смотреться. Слушайте, мне надо присмотреться, потому что у меня очень-очень большой недостаток бижутерии. А какие эти хорошенькие вообще, какие нежненькие. В общем, я присмотрюсь к сережкам. Дальше. Что у нас тут? Здесь у нас все по-старому. Тотальная ликвидация из каталога в каталог. Все одно и то же. Полусапожки мне, кстати, вот эти нравятся. Они неплохие. Мне кажется, они смотрятся неплохо. Color Trend. Лаки по 109 рублей. Супер модные оттенки. Вот мне вот этот очень нравится. Так я люблю лето за счет вот из-за того, что можно носить вот такие оттенки на ногтях. Так, ну, Claire Skin, любимая серия моих подружек. Моих клиенток. Andrew Clinical, 929 рублей. Сыворотка, корректор морщин. Здесь 30 миллилитров, но вы посмотрите, как они, как будто это трехлитровый бутылек. Вот скажите, как будто это, знаете, как будто эти баклажки есть огромные. Любят они, конечно, увеличивать. 929 рублей, лифтинг и укрепление. Так, это у нас что? Это подушечки для пилинга кожи, лица, ровный тон и укрепление. 419 рублей, их очень хвалит Светлана 1981. Просто она говорит, что они шикарные, и зимой она ими пользуется. Я, наверное, купила бы их маме, эти подушечки. Вот если бы мне, вот я не слышала, я бы никогда не обратила на них внимания. Она говорит, что очень классные подушечки. Так, дальше... Что у нас тут еще из новенького? Такой красивый этот фрукт. Тут все без каких-то супер цен и акций. Ну, на мой, конечно, такой субъективный взгляд. Давайте посмотрим. Гель для душа 155, дешевле, чем в прошлом каталоге. А крема для лица маленького нет, да? Только большой, 400 миллилитров. И его тоже выгоднее покупать, чем в прошлом каталоге. В прошлом каталоге 200 миллилитров стоили 105 рублей.
В общем, этот каталог по Avon Care, по новой серии, немножко выгоднее. Естественно, вот эти средства было выгодно покупать, потому что там была при покупке двух прям реально хорошая цена. Сейчас скажу вам, по лосьон спреям я могу сравнить. Ой, любой за 93 рубля при покупке трех. Со страницы 167. Давайте я вот здесь, мне интересно, отличается. Ну-ка, сейчас я прям вот понюхаю, потому что я нюхала. Ну вот чуть-чуть не тот аромат. Из бутылочки по-другому пахнет. Но я еще раз повторюсь, что муж принес заказ у меня, когда, ну, с холода, с мороза. Поэтому не знаю, не факт. Дальше. Что касается здесь цен. Ой, ну слушайте, здесь какие-то цены вообще. Нет, в прошлом каталоге было намного выгоднее. Где скрабы, гели, лосьоны для тела? По 145 рублей? А, лосьон, спрей, да. Ой, хорошо, что у меня в прошлом каталоге девочки закупились, ей-богу. Разорение какое-то в этом каталоге. Это, кстати, новая серия, но у нее никаких акций нет в этом каталоге. Дальше. Что у нас тут интересненького? Удивили меня цены на спрей. Но, знаете, как не могут же они в одни и те же продукты по хорошим ценам. 189 рублей. Сыворотка для тонких и нормальных волос. Маска гиалурон. Супер предложение. Очень. Вы знаете, вот я снимала видео о худших продуктах Avon, наверное, года полтора назад, если не больше. И у меня до сих пор там такая война под этим видео насчет этой сыворотки. И я знаю, что многие, кто смотрит мои каталоги, обзоры, они, ну, как бы, мои постоянные подписчики и те, кто, может быть, видели это видео. Я хочу сказать еще раз, что я прошу прощения у тех, кто любит эту сыворотку и кто ею пользуется. Я никого не хотела обидеть своим мнением, просто мне она, к сожалению, не подошла. Вот. И на тот момент я не понимала, когда я говорю какие-то очень такие прямолинейные вещи по продукту, что я нарвусь на такие неприятности в комментариях. Смотрите, новинка Push-up хвост. Собери волосы, подними хвост и продень аксессуар сквозь него, закрепив гребень за резинкой. Опусти хвост поверх заколки, чтобы закончить прическу. Объемный хвост готов. Ну, вообще. И тренди коса. Мамочки, ну тренди коса — это вообще капец, конечно. Хвост мне больше понравилось. Дальше. Любимый шампунь 235 рублей 700 миллилитров. Набор 249 шампунь и дезодорант. Здесь хорошая цена на большой 700 миллилитров, тоже 219 рублей. Два за 239. Сколько получается? 120 рублей одно средство. Ну, нормальная тоже цена такая. Неплохая. Так, боже, я очень жду, когда же будут акции на средства для ног. Вот мне интересно, мне кажется, не только я жду, но мы же дождемся, девочки. 129 рублей средства для интимной гигиены. Это обычная скидочная цена, когда было два покупки. При покупке двух за 99, мне кажется, все тогда скупили себе. Ну, то есть я не могу сказать, что это прям супер классная цена. Дальше. Новинка с ароматом весенних цветов. Ну, давайте потестим аромат новинки. Ой, ну прям, знаете, реально с ароматом весенних цветов. Причем есть аромат сирени явный и аромат дикой розы. Кто знает, это такие кустики с маленькими розочками. Вот больше всего, явнее всего в пробнике я чувствую именно эти два аромата. Дальше. Что у нас тут интересного? Здесь у нас ничего, к сожалению, интересного. Все по обычным ценам. Ну, начинаются, в общем, у нас уже жиросжигательные всякие штуки. Подготавливаемся к лету. За 319 рублей термоактивный антицеллюлитный гель. И антицеллюлитный... Вы представляете, я не вижу. Лосьон для тела. Дальше. Ну, они сделали ребрендинг и чуть-чуть переделали все... Весь дизайн.
новинки, тоже моделирующий крем, моделирующий лосьон и лосьон от растяжек на теле. Дальше. Средства от загара. Только Новый год встретили. А, вот маленький, за 105 тоже маленький крем, как и в прошлом каталоге. Удачная покупка. Успей купить за 59 рублей. Это мыло. Но его участок, кстати, по акциям его. 65! Супер! Классная цена! 69 было в прошлом каталоге, я говорила, это классная цена. 65 — это вообще огонь, супер классная цена. Все причем. За 99 гель для душа — это обычная цена. Любой за 99. Ну, тоже, если честно, то я уже начинаю привыкать к этой цене, потому что я так понимаю, что дешевле уже они не будут стоить. И мне нужно закупаться скрабами. Наверное, по 99 рублей придется их покупать. Жалко. Так, по 75, как и в прошлом каталоге, эта серия. И успей купить за 139. Это объем 500 миллилитров. И это обычная цена. Получается, что там по 69 рублей, что ли. Ой, извините. Ну, то есть среднестатистическая цена. Набор за 389 рублей. Пена манго, шоколад, клубника и белый шоколад, спрей, гель для душа. Это у нас какой? Сейчас скажу. Что-то из новой серии. Щедрые сокровища Африки. Маска, пленка, огурец. И маска... Или что это? Сейчас, секунду. Очищающая маска, пленка. Нет, крем. Маска для волос с витаминным комплексом. Ну вот, считайте. 75. 70. 100. Это уже 240. Ну, короче, если честно, то не очень. Не сказать, что сильно выгодно. И каких-то супер крутых продуктов в этом наборе я не увидела. Бывает, что вот вода в наборе или еще что-то. А дальше, как видим, у нас будет следующий каталог, связан с декоративкой. Интересно. Закажи любой набор за 179 рублей и получи скидку 40% на любое полноразмерное средство Энью в следующем каталоге. Ну, я представляю, какие цены на Энью в следующем каталоге будут. Но интересное предложение. И на последней странице дезодорантики по 69 рублей. Те, кто любит их, я уверена, будут закупаться. Дальше. Фокус, как обычно, выглядит так же, как и каталог. Давайте посмотрим наш фокус. Выгодно продавать пудру шарики 40%. Выгодно, естественно, покупать Today, Tomorrow, All. Дальше. Здесь у нас указано, что если вы заказали 7 средств в каталоге с 1 по 6, а для трендсеттеров, по-моему, это 3 и не помню какой, но, в общем, можно заказать себе набор за 349 рублей, и там очень хорошие средства. 2 и более Enu Clinical, тоже 40%. О, новая вода! Главное не участие, главное победа. Значит, смотрите. Avon V for Victory. Мамочки. 529 рублей, мандарин, кедровый лист и пачули. Денис Глушаков, чемпион России по футболу. Дальше. Новых 5 стильных оттенков. Это у нас помада Mark Взрыв цвета. Что здесь за оттенки? Rapid Rose. Так, по 175 рублей. Ну, на мой взгляд, интересный какой оттенок. Вот этот, что ли? Вы можете приобрести по одному оттенку каждой новинки. Угу, понятно. Головокружительный объем, выбери свой. По 209 рублей новый дизайн у туши. Дальше. Роскошная, с ароматом роскошной орхидеи пена. Изысканность орхидеи пена для ванн. 500 миллилитров, 139 рублей. Красиво нарисовано. Так, свежесть и мягкость ножек с мятой и алоэ. Слушайте, ну я прям, смотрите, как я только говорила о том, что нет хороших цен. Ты можешь приобрести по одному экземпляру каждой новинки.
Девочки, читаю для тех, кто говорил, что непонятно. Смотрите, скраб 69, он мой, этот скраб. Охлаждающий спрей для ног, мята и алоэ. И лосьон для ног, мята и алоэ. Интересно. Два новых геля, посмотрите, по какой смешной цене. Заколдованный рай и волшебное королевство. Гелевая формула с ароматом свежих цветов и бергамота. Кремовая формула с ароматом жасмина и белого мускуса. Классно. Любой набор за 175 рублей. Маска для лица плюс крем для рук. Маска, офигеть, классно. Ну, на мой взгляд, мне нравится вот этот набор. Ну, еще вот очищающая маска тоже хорошая, потому что мне вот и крем тяжеловат. Вот эти два хорошие для меня. Хорошие. Можно приобрести неограниченное количество. Прикольно, я, наверное, на 8 марта девочкам куплю. Дальше. Выгодно покупать лайф? Ну, достаточно выгодно. Дальше. Украшения в стиле арт-деко. Вот такие украшения. Ну, красный, это я могу сразу сказать, это абсолютно не мой цвет, поэтому для меня это не актуально. У меня даже носков красных нет. Я очень не люблю этот цвет и игнорирую его во всем. Так, что касается последней страницы, здесь нам предлагают три набора. Лосьон для волос с маслом оливы, маска для лица, шампунь для волос, маска для волос. Вот. Ой, подождите. Так, три, вот. И увлажняющий шампунь и ополаскиватель для волос. Цены, обратите внимание, разные. Так, фокус меня порадовал, особенно, вот прям фокус очень порадовал, новые гели, новые пены, новые помады, оттенки, новые средства для ног. Почему-то мне не пришла распродажа, мне пришел только аутлет, я не удивлюсь, что всем остальным пришла распродажа. Так, давайте посмотрим, что в аутлете. Что же интересненького? Эта водичка была в прошлом аутлете. Мне ее заказала подружка. О, пошла обувь, уже вижу. И пошла бижутерия. Так, обувь. Мои кеды. 999 рублей. Хорошая цена. Классные кеды. Мне очень нравятся. Тут у нас что? Тут у нас гели для душа. Скрабы. Кстати, по аутлету будет скидка 15%. Вот такие были новинки и акции, и цены в шестом каталоге. Я надеюсь, вам было интересно. Я надеюсь, что я вам была полезна. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Если вдруг я что-то пролистнула или не указала, напишите мне, спросите, я обязательно вам подскажу. Спасибо вам за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. И всех целую, обнимаю. И всем пока-пока.